Троллейбусом въезд запрещен. Улицу Гражданскую в Чебоксарах закроют для электротранспорта. Об этом написал на своей странице в Инстаграм глава администрации Чебоксар. На Гражданской идет капитальный ремонт в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Транспорт мешал проведению работ, и подрядчик просил сделать четырехполосную улицу вообще непроезжей. Городские власти согласились перекрывать Гражданку только на выходные. Но это не помогло подрядчику нагнать отставание. Сегодня речи о полном прекращении движения не идет. Однако пришлось пойти навстречу ремонтникам и пустить троллейбусы в объезд по улице Энтузиастов. Для ускорения работ, пока еще стоит хорошая погода, значит, закрыть движение троллейбусов на участке улицы Гражданской, на реконструированном участке улицы Гражданской на один месяц. Вот, движение других транспортных средств по улице Гражданской будет разрешено. Троллейбусы будут двигаться по улице Энтузиастов. Значит, через месяц, ориентировочно где-то через месяц, движение троллейбусов будет восстановлено, но по одной стороне. Такой режим работы городского транспорта на участке продлится от 1,5 до 5 месяцев. В это время на Гражданской будут менять мачты освещения и монтировать новую контактную сеть.